пятница. Что? Нет, нет, никакая не черная. Просто с этого дня начинается наша история. Видите ли, два совершенно не связанных между собой события вызвали третье и более, как бы это поточнее, значительное. Если бы Мария Антонна Королькова неожиданно не вернулась из отпуска, а Евлампий Кокин не потерял... Но, извините, на мосту Кузьма Егорыч Стрепков. Я понимаю, что вам он сейчас плохо виден, но обещаю, что вы еще его разглядите. Это наш город. Сказать, что он крупный промышленный центр, было бы несерьезно и даже неправильно. Гигантов индустрии в нем нет. Имеется мясокомбинат, пивной завод, гончарный завод и много предприятий, изготавливающих массу полезных вещей. Кузьма Егорыч Стрепков имеет прямое отношение к гончарному производству, но не только к нему. Обратите внимание, это очень важная встреча. Собираемся, как всегда. Че-че? Собираемся, как всегда. Ага. Деревянный домик, окруженный новыми белыми зданиями, сами понимаете, доживает свой век. Но для нас он представляет определенный интерес. Вот, пожалуйста, еще одно очень важное лицо. Василий Васильевич Коромыслов. Собственно, лицо пока снять не удалось, но терпение. Ну как, всех обижал? Всех, кроме Латышева. А это Юрий Андреевич Христофоров, заведующий торговым отделом. Уступил? Как же уступит такой гусь? Выпьешь? Не могу. Впереди рабочий день, Юрий Андреевич. Вам тоже не советую. Ну что, что верно, то верно. Иди, Латышеву я сам позвоню. Ага. Директор местного ресторана «Сеть» Алексей Потапович Латышев живет строго по расписанию. Утром употребляет столичную, в полдень ставку, вечером коньяк. Для сопровождения столичной пьет боржом. Коньяк и ставка проходят самостоятельно. Директор ресторана. Нет, вообще и близко. Приятного аппетита, Алексей Потапович. Хлеб да соль. Ем да свой. Рано ты, братец, побеспокоился. Да, боюсь, как бы не упустить. Раз сказал, значит, сказал. Чего стоишь? Пройди в кабинет. Дузя. Да-да? Сколько с меня? 3,55, Алексей Потапович. Дешевле похоронить. Записать. Запиши. Надеюсь, не балтийские. Марокканские, новую баночку открыла. Смотри. Алексей Потапович, у меня к вам просьбится. Рассрочку, а? Никаких рассрочек. Я повторяю, 800 сразу за зиму 100 и летом половину. Принесите еще две рекомендации, товарищ прокурор. Чтобы на работе не легкий запашок, и будьте ласковы, получите расчет. Само собой. Тебе что, Дуся? Меню готово. Возьми, пожалуйста. Вот, голубчик. Имею в виду, многие хотят в гардероб. Алексей Потапович, вот. Вот здесь все полностью. Ты что, Христофоров телефона требует? Чего ему? Не сказал. Порядок. Слушай, Юрий Андреевич. Где ходишь? А? Опять с едой развлекаешься? Дела? 5 часов собираемся у тебя. Извините. Завтра приходи. Слушай. Как всегда, встретим. Третий занят. Не интересуюсь. Юбилей. Прикажи накрыть. А повод? Скажи официанткам, Стрепков жениться собрался. Будет сделано. А теперь взгляните на этих симпатичных граждан.
Это члены ТАНАПа. Товарищество на паях. О существовании ТАНАПа знают только его члены. Название придумал Кузьма Егорыч Стрибков, утвердил Христофоров Юрий Андреевич. Товарищество нигде не зарегистрировано. У него нет ни углового штампа, ни круглой печати, нет, конечно, и вывески. Да. Азов, может, хватит по дну, а? Да ты что? Хочу. Поляку. Но, не торопись, Евлампий. Много он на себя взял. Это нельзя, то нельзя. Да у него нюх, как у сыскной собаки. Задерживается наш главный. Вот взял манеру. Пойду посмотрю. Иди. Сколько на твоем ланжине? Стоят. Заводную головку потерял, не знаю где. А, 7 медалей. Ну да-ка. Теперь таких не делают. Любят дьяволы подслушивать. Да. Учитесь, мужики. Ну еще бы. Вы хоть бы нарзанчик открыли. Как же открой сам? Все-таки жидкость. Ага. Юрий Андреевич идет. Здорово. Здравствуйте. Может, глотнешь? Кто будет сегодня в коридоре? Давай ты, Сухов. Опять я? Ну, каждый раз Сухов. Как будто Сухову неинтересно. Ну, ладно. На, замари червя. Стрибков, кончайте. Не употребляю. Начнем. Повестка дня у нас сегодня следующая. Первое. Об отказе Коромыслова понизить ставку. Второе. О дисциплине и разное. По первому вопросу я скажу сам. Этот взятошник Коромыслов отказался понизить ставку. Спокойно. Как вы знаете, за каждый килограмм мяса, полученного без наряда, для нужд нашей колбасной мастерской, мы обязались вначале платить ему 10 копеек. Кокин, сколько мы тонн перебрали с начала года? Прошло 168 тонн. Спасибо. Так вот, прикиньте сами, за это количество мы внесли Коромыслову свыше 15 тысяч рублей. Сколько мы на колбасе заработали? 51 тысячу в новом масштабе цен. Каковы и распределены согласно договоренности. 35% Юрию Андреевичу. Ясно, я не об этом. Я хочу сказать, что наши прибыли могли быть больше, если бы кое-кто честнее относился к своим обязанностям. Да-да, не удивляйтесь. Вам улыбаться совсем не к лицу, товарищ Поляков. Вы все лето в парке чайную колбасу продаете за докторскую, хотя чесноком от нее так и прет. Это безобразие. Так можно подвести всю организацию. Я бы на месте Борзова воздержался произносить слово «организация». За организацию суды дают намного больше. И, кстати, осторожней с махинациями на вокзале с пассажирами. Вам ясно? Вот так. Ясно. Пойдем дальше. Некоторые в погоне за сверхприбылью отошли от главного нашего принципа – умеренность и аккуратность. В последние дни, Кокин, вы выпускаете такие сосиски, что их можно отжимать, как мокрое белье. Не понимаю, зачем отходить от выработанного нами принципа? Кому это надо? Нам не надо. Потребителю, если разобраться, тоже не надо. А БХС тем паче. Так дело дальше не пойдет. Надо уметь владеть своим аппетитом, Кокин. Повторяю, наш главный принцип – умеренность и аккуратность. Всех денег нам не взять. В валютные операции мы не полезем. Мне лично хочется пожить при коммунизме. Сфера нашей деятельности пересортится. Если с умом действовать, не зарываться, никакой контроль не страшен. На одну селедку 50 центов. Спокойно, Борзов, на место. Заводи машину. Наливай. Аплодисменты. Хотя Кузьма Егорович с опозданием понял, что семейная жизнь – это прежде всего здоровье, но тем не менее… Что за чертовщина? Стрибков, поди узнай, чего этот дурак Сухов стучал.
Сорокин, поставьте рюмку. Что у вас там? Этот, как его, судебный исполнитель Севастьянов прошел, и с ним лейтенант Столяров из второго отделения. Ерунда. Иди и не устраивай шума по пустякам. Останови машину. Переходим к вопросу о дисциплине. Борзов, пригласите Латышева. Есть. А пока, как с днем рождения Соловьевой? Доложите, товарищ Стрибков. День рождения Анны Тимофеевны, как я уже докладывал, в понедельник, 13 июня. Нехороший день. Понедельник, да еще 13 число. Прошу паники не наводить. Продолжайте, Стрибков. В воскресенье на Гончарном выходной. Придется заказанную мною вазу с сюрпризом доставить Соловьевой в субботу. Я полагаю, мероприятие не сорвется. Что за вопрос? Конечно, Соловьева не та фигура. Нам бы на руководящую должность хорошего, авторитетного дурака. Ну, раз нет, так нет. А, ну, заходи. Чего не хватает, дорогие гости? Кажется, всем обеспечил. За угощение спасибо. Твое персональное дело разбирать будем. Мое? Твое, твое. Чего жмешься? Посмотри на этот стол. Ничего не тронуто. Думаете, это каприз Христофорова? Нет, это дисциплина. Товарищество. А Латышев пренебрег. А теперь расскажи нам про Прохорова. Про какого Прохорова? Не крути, Латышев. Садись. 800 рублей получил? А, получил, виноват. Хорошо, что осознал. Вернешь в общий котел. Я же не отдал. Забери. Ну, попытаюсь. Не вернешь? Удержим за полных 2 месяца 1000. Я же только 800 получил. А мы тебя оштрафуем, рублем ударим за нарушение дисциплины. Сметанкин накапал. Прошу не перебивать. Еще раз обманешь, исключим из товарищества. И не скупись, подкинь черные корки. Слушай. Действуй. Кокин. Греется. И последний малоприятный вопрос. Прибыла из отпуска Мария Антоновна Королькова. Да-да, показалось, и даже, как видно, неплохо отдохнула. Ух ты, чертовщина. Да. Принесла нелегкая. Поляков, плесни. Ну, как это поется? Что ж вы, черти, приуныли? Стрибков? Сними Сухого с караула. Наливай. Качайся. А, Ерланды, запей пивко. Давно мы так. Не пуха. Стрибков, пошли, дела. Честь и хвала тому, кто выдумал субботу. У каждого в этот блаженный предпраздничный день свои приятности, свои хлопоты. А вот что касается хлопот, то у Кузьмы Егорча их сегодня более чем достаточно. Видите, человеку и поесть толком некогда, хотя надо сказать, что обычно Кузьма Егорч ест часто и много. Ест утром, днем, вечером, ночью. Но сегодня короткий день, а ему предстоит множество дел, требующих его недюжинной энергии и пристального внимания. Ярбаш! Каблуков не приходил? Нет, не приходил. Алло, Тосков, ну как, получилось? Фундаментально. Вложение сделал? Как вы указали, вовнутрь. Посылай прямо на Суворовскую. Я пришлю тетю Пашу, пусть она на руках держит. Ага. Орудуй. Выстрелила. Все. Нашему дорогому руководителю от бескорыстных друзей подчиненных. Я бы не сказал, что появление Корольковой очень обрадовало Анну Тимофеевну. Принципиальность Марии Антоновны не знает границ. Откуда вы? Хороша.
Сколько тебе в понедельник стукнет? Да уже 30. На возрасте. Да почему вы так рано из отпуска вернулись? Вызвали на встречу с избирателями. В депутаты выдвигают. У? Ты в пионерлагере была? Нет, еще не была. Что? А я была. И подарочек тебе привезла. Садись. Что стоишь? Вот ты полюбуйся, какой гадостью детей собирались кормить, а? Детей! Полюбуйся. Да, действительно, дрянь. Это что, колбаса наша? Тебе видней. А вот эта кружка зачем? Ну, не особый разговор. С Лерочкой 05. Сейчас выясним. Пожалуйста, Христофорова. Нет, нет. Не трудись. Это я сама выясню. А ты вот что. Узнай, пожалуйста, кому принадлежит вот эта вот штуковинка. Ребят в колбасе нашли. Чуть был зубы не поломали. Ну, заводная головка от часов. Это тебе не смешки, брат? Да я не об этом, Марья Антоновна. Я знаю, чья это штуковина. Да? Да. Действуй. Прием в Большом Кремлевском дворце. С советской стороны на обеде присутствовали опять Каблуков. Дисциплинка, она для всех одинакова, товарищ Каблуков. Независимо от родственных связей. Если ваш родной брат с советской стороны на обедах присутствует, это не означает, что имеете право манкировать. Не означает. Честно говоря, слава брата не дает покоя Яков Михайловичу. Не поэтому ли в городе называет его персона брата? В рабочее время. Я вчера вечером опять вашего Ваську с Зойкой Христофоровой видел. Воркуют, голубчики. Просил бы в дела моего сына не вмешиваться. А я забочусь о дочери своего друга. Приятного аппетита, Кузьма Егорыч. Вы меня вызывали? Зинаида Павловна. Да? Прошу. Это что с вами, голубушка? А что? Опять влюбились? Посмотрите, как вы меня чуть под монастырь не подвели. Да? Нолик исчез. Вы не понимаете, что такое нолик, да? Нет, но... Давайте, голубушка, заново. С подчисткой не подпишу. Какой вы до других вредный. Сейчас будет решаться принципиальный вопрос. Это, наверное, вас, товарищ Каблуков. А я думаю, вас, товарищ Трепков. Мне в это время никто не звонит. И мне. Позднее. Удивительный вы человек, товарищ Каблуков. Да чего ж тут удивительного? Звонят вам, а я должен снимать трубку. Давайте установим дежурство. Одну неделю вы снимаете трубку, другую я. А почему не так? Вы первую неделю, а потом я. Опять ссоритесь? Тетя Паша, у меня будет к вам личная просьба. Ладно, ладно, Кузьма Егорыч, тебя Анна Тимофеевна требует. Анна Тимофеевна, разрешите мне эти образцы художникам показать? Может, поможет? Ну что ж, пожалуйста, войдите. Здравствуйте, драгоценная. Кузьма Егорыч, меня Анна Тимофеевна зовут. Извините, но тем не менее. Что прикажете? Что это? Минуточку. Кружка березка. Родная природа. По-моему, неплохо. Возбуждает чувство патриотизма. А змея? Что, медянка лячковая? Беспородная. Змея вообще. Олицетворение мудрости. Так вот, Кузьма Егорыч. Как вы их, Вася, назвали? Рептилии. Вот именно. Рептилии в производство пускать не будем. И котов тоже. Разрешите, Анна Тимофеевна? Да. Я верну, обязательно верну. Хорошо. Молодой человек! Молодой человек! Зачем вы, Анна Тимофеевна, разрешаете образцы выносить? Они же на мне числятся. Садитесь. Ничего с ними не случится. Так вот, Кузьма Егорыч, ваше предложение об открытии новой торговой точки я, к сожалению, поддержать не могу. Будем сдавать швейные изделия базе торга. Анна Тимофеевна, база требует от нас сортовой продукции. Ну и правильно. Не уговаривайте, не соглашусь. И потом, почему вы интересуетесь швейными изделиями? У вас ведь гончарный сектор-то. Гасите инициативу масс. Да, гашу. И не забудьте отнести сегодня план в исполком.
Сегодня суббота, хозяюшка. Рабочий день до трех. И почему я хозяюшка? А мы товарища Бушуева всегда хозяином звали. Ну, может быть, товарищ Бушуев и был хозяином. А я только временно исполняющий обязанности. Вот об этом я и хотел вам сказать. Несправедливо это бесценное. Анна Тимофеевна. Именно, бесценная Анна Тимофеевна. 2 месяца вас во вредах держат. Что им надо? Вы инженер, умница. Ну все, все. Разрешите добавить. Еще одна несправедливость. Христофоров Юрий Андреевич тоже до сих пор в ИО ходит. А работник он ценный. Хорошо, и с этим я разберусь. С хорошей погодой, Анна Тимофеевна. И вас также, Юрий Андреевич. Идите. Иду. У вас ко мне какое-нибудь дело? Дело. Неприятное, но дело. Я не хотел при Стрелькове говорить. Странно, он у вас очень хорошо отзывался. Анна Тимофеевна, колбасной мастерской надо заняться. Сигналы поступают. Мария Антоновна что-то насчет качества. Правда, я не замечал. А кто от ошибок застрахован? Ну, конечно. Ведь тот не ошибается, кто не работает. Мудро. Очень мудро, Анна Тимофеевна. Но вы же знаете, мастера у нас отличные. Особенно Кокин. Не понимаю. Вы ему скажите, чтобы он золото в фарш не подмешивал. То есть как? А вот так. Вот, в колбасе нашли. А где колбасу обнаружили? В пионерских лагерях. Марья Антоновна точно все знает. А, подлецы. Да. Быть неприятностью. Нехорошо. Надо тушить, Анна Тимофеевна. Тушить, пока головешки не полетели. А то ведь не только Кокина, но и меня накажут. Да и вас не обойдут. Ответственности я не боюсь, товарищ Христофоров. Да к тому же у нас умеют отличать ошибку от преступления. У вас есть ко мне какие-нибудь вопросы? Как будто все, Анна Тимофеевна. До свидания. Все на массовку! В воскресенье 12 июня состоится загородная прогулка по реке. Сбор 8 часов утра. Не опаздывайте, Кузьма Егорыч. Кокин подложил свинью. Королькова идет по следу. Что делать? Не впадать в панику. Не поломать ли нам эту историю с вазой? Не тот человек Соловьева можно только испортить. Положитесь на меня, Юрий Андреевич. Что-что, а женскую душу я знаю. Ну, смотри. Опять монтируете зарядочкой, Юрий Андреевич! Вы, наверное, хотите знать, о чем думает Юрий Андреевич? О Кокине. От мерзавец. Ведь сколько раз ему говорили, что детские сады, школьные буфеты, пионерские лагеря – это же не магазины для обычных покупателей. Там же дети, цветы жизни, и их зорко охраняют мамы, бабушки, депутатки. Ну, держи, Скокин. Здорово. Не помешал? Скажи, пожалуйста, Евлампий, который час? Стоять! Заводную головку потерял. Ай-яй-яй, какая досада. Где же это тебя угораздило? Я бы знал. А я знаю. Я все знаю. Давить таких надо без применения амнистии. А чего ты лаешься? Я тебе покажу, как нестандартную в пионерские лагеря отправляют. Тебя, дурака, предупреждали? Твою заводную головку в колбасе нашли. Ну да, нашлась. Господи, наградил же меня таким подлецом. А ты кто такой? Ты кто такой, а? Ты же тебя в моменту закрыл. А кто меня заставлял эту паршивую колбасу делать? Кто? Я давно мучаюсь. Ай, в тюрьме я могу работу найти. Могу поваром, могу булочником. И плевал я на тебя. Ну, мы же свои люди, а меж своими чего не бывает. Ну, давай спокойно разберемся. А чего разбираться, санитарные врачи сколото печатали? Да что же ты молчишь, дубина? Не кричи на меня, Юрий Андреевич, не кричи! Не доводи меня до полной сознательности! Как говорила, все подтвердилось. Давно пора, Мария Антоновна, помочь нам.
Вентиляции не тянет? А я ведь в этих делах не разбираюсь, товарищ инспектор. В холодильнике, как в бане. А что вы передо мной-то оправдываете? Где надо, разберут. Я понимаю, ведь не раз, что я, то Кокин докладывали. От чего Кокин? Давай, Юрий Андреевич, давай, кайся! Побегу, Мария Антоновна, дела. Ах, какая неприятность. Маша! Маш! Сейчас самое время вспомнить плакаты «Надежно, выгодно, удобно» или «Накопил и пианино купил», «Сберегли, мотороллер приобрели». Так вот, ни один из этих плакатов у Юрия Андреевича популярностью не пользуется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все правильно. Думаете, это любопытство? Нет, принцип. Интуиция вещь хорошая, но информация лучше. Слушали о товарище Каблукове Якове Михайловиче? Постановили. А, привет гончарному королю. Лан принес? Лан-то принес. Ага. Выходит, дело Якова Михайловича поздравить можно? Непременно поздравь. Но учти, он еще не знает. Вот так так. Яков Михайлович, председатель. Порядок. Ну, что я вам говорил? Информация прежде всего. Сосков! Отправил! Ой! Ты понимаешь, что ты наделал? Что? Да ну! Кто на разгонный? Федя, куда ты уехал? Ребят, родные, выручите! Куда? Рядом, милый, рядом! Горит! У вас всегда горит. Ну, ладно, поехали. Золотой ты парень! Обломать. Что с вами? Поднимай, Горчик. Гипертония. Жарко. Что это вы мне прислали? А вы не посмотрели? Да нет еще. А что там? Новая продукция. Образец. А? Развяжите, я его к себе занесу. Вы знаете, я очень тороплюсь. Не хочется возвращаться. Не будет пути. Да-да. В понедельник посмотрим. В понедельник, голубушка, дела будешь сдавать. Ну и жара. У нас не душно, Яков Михайлович? Пар костей не ломит. Ладно, как речник трехлитровых. Алло! Нет. Вас, Яков Михайлович. 535. Да, Каблуков. Готово? В понедельник пришлю. Я завидую вам, Яков Михайлович. Чему вы это? Семья у вас, как говорится, первый сорт. Отличная семья. Вот взять хотя бы сына. Умен, красив, супруга. Семья как семья. Не скажите. Не у каждого брат с советской стороны на обедах присутствует. Извиняюсь. Не ожидаете, не обещал. Где там? Занят. Посылку с Корольковой прислал. Васе книги, жене кое-что, а мне шляпу. Не то французскую, не то итальянскую. Да вы правы, у нас душновато. Нет, позвольте, я открою. Моя инициатива.
О, хорошо. Вот так и по службе. Придет новый руководитель и точно свежим ветерком опахнет. Яков Михайлович, не могу. Больше не могу молчать. Что такое? Что случилось? Сам видел. Так и написано. Слушали о товарище Каблукове, я М. Постановили утвердить товарища Каблукова, я М. Утвердить? А это уже не секрет, Кузьма Егорович. Не секрет. Это предполагалось. Брат Петр давно мне писал. Пора тебе, Яков, на самостоятельную должность. Тогда позвольте от всей души. Одним словом поздравляю. Яков Михайлович, пора домой, в такой день. Нет, вы идите, а я посижу, подумаю. Нет, если я вам нужен, я с удовольствием. Я могу даже к вам домой, вечерком. Это мысль. Заходите. Минуточку. Я надеюсь на вашу скромность. До получения официального документа мне не хотелось бы. За кого вы меня принимаете, Яков Михайлович? Тогда я вас отпускаю. У всех по-разному проходит первый сладостный миг обладания руководящей должностью. Одни ведут себя просто, ну, назначили, ну и что, будем работать. Другие слегка теряются, даже стесняются, пытаются оправдаться. Уговорили, ей-богу, уговорили. А вот третьи сразу перестают улыбаться и понимать шутки. Словом, назначение переживают по-разному. Яков Михайлович, о чем думаете? Боже мой, сколько всяких забот. Зойка, иди, отец зовет. А это юные Монтекки и Капулетти. Я пойду. Не пух, как говорится. Ну ладно тебе. Джульетта Зоя Христофорова, а Ромео Вася Каблуков. Я слушаю, пап. Может, пообедаем, дочка? Мать правду говорит? Правду. Вы уже обо всем договорились? И где жить будете, на какие средства? Ну, мы рассчитываем. Меня не интересует, на что вы рассчитываете, но рассчитывайте, пожалуйста, на себя. Мать, давай, что у нас там сегодня? Значит, ты не возражаешь, пап? Возражать? Чтобы весь город начал болтать, Христофоров поперек счастья дочери встал. Зачем это мне надо? Опять агитатор идет. Пусти его в эту дверь. Давай пироги сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Все избиратели дома? Дома, дома, проходите, присаживайтесь. Не желаете? Нет, вечером в гости иду. После честного труда выпить рюмку нет вреда. Пирожка? Пирожка, спасибо. От хорошей еды не бывает беды. Кушайте на здоровье. Как вы слышали, товарищи, у нас предстоят до выборы. Слыхал. Королькову хотят. Мария Антоновна. Ну что ж, она человек принципиальный. Член партии с ленинского призыва, участница двух войн. Да я вижу, вы все знаете про Марию Антоновну. Все, милый, все, все. Плакатик не желаете? Плакатик? Да нет, подарите кому-нибудь менее сознательному. Будьте здоровы. Извините. Умная женщина Королькова, как она сейчас, товарища Латышева, на какие шиши, говорит, жену в меха одеваешь? А этот идиот что? Раньше, говорит, по займам выигрывал, а теперь в денежно-вещевую везет. А Королькова что? А Королькова засмеялся и говорит, счастливый ты человек, Алексей Потапович. До свидания. Идем раньше всех, не сомневайтесь. Значит, ты не возражаешь? Все решено? Зачем ты снова спросила? Вывела отца из терпения. Убирай. Спасибо, доченька. Удружила? А все ты. Доченька моя маленькая вырастила дуру. Молчать. А тебе никто не возражает. Молчать. Если не откажешься от своего Васеньки, чтобы ноги твоей здесь больше не было. Хорошо. Я уйду. Сегодня же немедленно. Получи.
Получи. Получи. О, смотри, мать. Смотри. Полюбуйся на своего зятька. Моей единственной ласточке. Люблю, Вася. Знает, стервец, какое гнездо у этой ласточки. А, получи. Я тебе, папа, этого никогда не прощу. Приходилось вам видеть живого феодала? Пожалуйста. Ах, как жаль, что Христофорова и Каблукова еще не породнились. Находясь в родственных отношениях, Яков Михайлович поделился бы с Юрием Андреевичем ценной мыслью. Семейная жизнь — тонкий музыкальный инструмент, причем струнный. Не дотянешь — не тот звук. Да. Перетянешь — струны лопаются. Для кого старался, для кого ночей не досыпал. Лишней рюмки не выпил. Десятый год в одних брюках хожу. На курорт только в мечтах езжу. Стоит ли так убиваться, Жора? Дай ты им рублей 500, и дело с концом. За кого ты меня принимаешь? Откуда у меня такие деньги? По какому займу выиграл? Улыбаются. Я им 500, они меня в тюрьму. Да ну что, они враги тебе, что ли? Она деньги мотать начнет. Зойка в тебя уродилась, мотовка. Хороша мотовка. Зимой надеть нечего. Дай им денег, Жора. Ты что, потопить меня хочешь? Гроша я ей ломаного не дам. Да провались ты со своими деньгами. Не кричи. Пропадение пропадом, если от них никакой радости нет. Не ори, кто-то под окном. Ольга, соседей боишься? Родной дочери боишься? Всю жизнь изуродовал. Чего тебе? Подхожу, а у вас тут, так бы сказать, громкий разговор. Да, семейные дела. Соловьеву сняли. Да ну. Сам читал. Кого назначили? Каблуком, Якову Михайловичу. Господи, услышал нашу молитву. А куда ж красотку? Пока неизвестно. Наверное, первобытное состояние. Женой к своему мужу. Ну, заходи, обмоем. Рад бы, не могу. Лично Якова Михайловича приглашали. Ну-ну-ну, стой. Не давай ему опомниться. Главное, на торговую сеть нажимай. Скажи, мол, Соловьева недооценила, понял? Яков Михайлович придирчив к себе до чрезвычайности. И правильно. Например, очень важно поглядеть на себя со стороны. Самокритичность — великая вещь. Нет, тут ничего не скажешь. Солидно. Но ведь теперь у него право первой подписи. Первой. Проверить эту подпись. Непременно проверить. Прекрасно. Справедливая поправка. Но это, сами понимаете, невинная фантазия. Ну, каблуков, я каблуков. Ай-яй-яй, рука повела себя совсем странно. Яша! Что это ты в шляпе? Стрибков пришел. Проси. Прошу. Здравствуй, голубчик. Добрый вечер, Яков Михайлович. Проходи, братец, присаживайся. Поработаем, значит. Да. Сколько у Соловьевой кабинет-то был? Не больше 20. Маловато. Закуток. А если иностранные гости пожалуют? От позора сгореть можно. Надо расширять ваш кабинет, Яков Михайлович. Комнату отдыха оборудовать. Надо ли? Обвинят в излишности. Положено. Вас послушать, так строгача сразу хватит. Ведь вы же как адвокат.
Сначала все ясно, а потом запутаете. Соловьева в понедельник выписку получит. Вот у нее физиономия вытянется. Бог с ней, женщина. И к тому же еще демагог. Заходите, дорогие товарищи, заходите. Да разве так можно? Вот я был в приемной у одного начальника. Сижу, жду. Вдруг входит мужчина, высокий, представительный, и прямо в кабинет. Секретарша за ним, потом выскочила и говорит, приготовьтесь, сейчас вас примут. Вдруг слышу, зынь, она мне, входите, пожалуйста. Вникните, Кузьма Егорыч. Мимо прошел. Ведь мог бы, как Соловьев, заходите, товарищи, заходи. Нет, мы эту соловьевскую демагогию по боку. Як, не пора ли ужинать? А что у нас на ужин? Кролик жареный, грибочки. Мать, ты меня больше кроликом не корми. Мне теперь фосфор требуется. А фосфоры в кроликах есть. Не в той дозе. Пожалуйста, к столу. Пожалуйста. Маловато ваших фотографий, Яков Михайлович. Маловато. Неужели? Я это предвидел и прихватил аппаратик. Пожалуйте, вот сюда. В лице у вас сейчас что-то государственное. Мерси. Ну что, так и будем сидеть? Зоя, пойдем к нам? Не пойду. Ну, мама рада будет. Я же сказала, неудобно. Ну, что ты пристал? Ну, знаешь. Зой! Вася? Здравствуйте, Марья Антоновна. Здравствуй. Далеко ли вы, Василий Яковлевич, собрались? Зойку из дома выгнали. Ты что ты? Меня, голубушка, три раза из дома выставляли. Что ж будем делать-то, Марья Антоновна? Вопрос сложный. Ну, где заседать-то будем? Здесь или у меня дома? Так лучше у вас. Я никуда не пойду. Ну, посидим, подумаем. Ваше здоровье, Яков Михайлович. Хороша мерзавка, холодненькая. Будь здоров. Да, вот еще какое дело. Надо торговую сеть расширять. Кругом ларьки поставить. Выгодно и экономно. Я это обдумаю. Вы напомните мне завтра. Обязательно. Будь здоров. А может, хватит? Для такого дня. Уговорили. Проходите, пожалуйста. Не помешаем? Здравствуйте. Извини, Кузьма Егорыч, у нас сейчас чисто семейный разговор пойдет. Понимаю. Благодарю за душевный прием. Да, он, конечно, человек дрянной. И жаликоватый. Но нельзя ж, пап, так, ведь грубо. Не твое дело. Извините, девушка, я не знаю, как вас зовут. Ты что это кривляешься-то? Ну, у меня с родным сыном должен мужской разговор состояться. А ты зачем явился? Кто тебя звал? Наклюкался. Разобрало. Поди ложись. Не вмешивайся, мать. Девушка, выйди. Отец, ты что? Это Зойка, моя невеста. Девушка выйдет, и ему не пара. Ну,
Знаете, Яков Михайлович, я вот другого мнения. Я вот считаю, что мы с Васей очень подходящая пара. Правильно. А уйти я, конечно, могу. Вася, я жду тебя на улице. Зоя! Зоя! Дурак ты, прости, Господи. Ни за что, ни про что девушку обидел. Ведь моему сыну теперь другая невеста нужна. Я вот напишу Петру. Будешь ты у меня знать. Подумаешь, испугал. Напиши, колупнуть бы его самого поглубже. Ты уж про дядю Петю помолчи. Таких бы людей побольше. Ты лучше мне объясни, за что девушку выгнал. И не стыдно тебе? Ну что ты надулся, словно пузырь? Зоя! Ну? Иду! Ну ты что? Что ты? Вон из моего дома. Смутьянка! Осторожно! Осторожно! Не ударьте его, то последний раз отшибете. Ну и ну. Что ж, начало новой деятельности, Яков Михайлович, многообещающее. Но юность не отнеслась к ней с должным уважением. Вечер на тему «Все для укрепления семьи». Нет, этот вечер не для нас. Мы пока еще кандидаты на семейную жизнь. Ничего, вы уже два экзамена выдержали. Ну, гуляйте, а у меня свидание. Деловое, деловое, не бойтесь. Да, такой уж человек, Марья Антоновна. Даже и сейчас у нее неотложные дела. Если бы герои нашей истории знали, что эти дела имеют прямое отношение к ним. Не знаю, как тебе, а мне это самодержавие Христофорова не втерпешь. Ну, кто я? Я простой советский человек. С небольшим изъяном. Но советский, а не угнетенный раб. А он орет, командует. А ведь, если разобраться, мы главные. Ведь мы своим хребтом благополучие ему создаем. А он прямо из глотки мои кровные 800 рублей вытащил. А? Скажите, а сколько стоит эта сумка? 8 рублей. Правда красивая? Нравится? Девушка, мы попозже зайдем. Спасибо большое. Зоя, хорошая сумка была, да? Жалко, денег не хватило. А мне и без сумки хорошо. Успокаивай. Нет. Честно. Дайте, пожалуйста, товарищ юрист, справочку. Что-что? Ну, вот если чистосердечно, скидку дают? Скидку? Как бывший прокурор, я должен вам объяснить, что чистосердечное признание считается таковым... Нет, ты мне скажи, если я сам. Уценка будет? Какая уценка? А? Глубокая ночь. Город спит. Не спят только те, кому положено бодрствовать. И кто страдает бессонницей. Вот Юрий Андреевич, например, размышляет о благородстве человеческой души. Ох, подведут. Подведут подлецы. Ландыши, ландыши, светлого мая привет. Ну, хватит с тебя. Теперь в чистенькой водичке полежи. Ландыши, ландыши, седьмого мая, привет. Ну и урод же ты, Яков Михайлович. Стрепкова в заму не возьму, прилипчив. Я люблю тебя, жизнь. Все само по себе,
Эминова. Я люблю. Я люблю тебя жить, я люблю тебя снова и снова. Что, Койкин, боишься? Иди, иди. Извиняюсь. Где начальник? Я начальник. Самый главный. Ну, не совсем главный. А мне нужен главный. Ну, а в чем дело? Лейтенант Столяров слушает вас. Открыться хочу, понял? Хочу очистить душу. Украл что-нибудь? Украл. Правильно, украл. Жизнь я у себя украл и не могу больше. Пиши, только сразу укажи, хочу на поруки рекомендации достану. Фамилия? Койкин. Евлам Федорович, 1930 года рождения. И все. Место работы? Колбасной. Мастером я был. Пока одна сволочь не увлекла. Много выпили, извиняюсь. Вы что, собственно, хотите показать? Показать? Есть что показать. Смотри, смотри и пиши, и пиши. Шаповалов. Есть, товарищ лейтенант. Помоги сесть гражданину, не в себе он. Петр Иванович, зайди срочно. Гражданин, там. Гражданин. Что? Идем. Там. Сколько? Порядочно. Что-то около 2000. Да. Ну что, старшина, вызывайте понятых. Есть. Надо составить протокол. Что может быть лучше летнего воскресного дня? Но, пожалуйста, не думайте, что мы станем сейчас бичевать индивидуальное времяпрепровождение и восхвалять веселый организованный отдых. Это, так сказать, не главный предмет нашего рассказа. Скорей! Анна Тимофеевна! Марья Антоновна! Опаздывай! Бегу! Бегу! Опять драма! Скорей, пошли. Что-то Христофорова нет. И Купукова не вижу. Чем занимаются? Ах, Марья Антоновна, служебные заботы у Яков Михайлович. Комфорт. Как трон. Примеритесь, Яков Михайлович. Неудобно. Да и дорого, наверное. Зато авторитетно. Кто войдет, сразу поймет. Руководитель. Товарищ. Тогда и стол надо соответствующий. А где его отыщешь? Отыщем. Вот. Тоже антик. Непонятно. Красиво, но почему одна чернильница? А зачем вам две? Нальем красных чернил и пишите себе резолюции. Молодой человек, сколько стоит этот ампир? Это не ампир, а инвентарь. Может, спишем? Как это спишем? Очень просто. Сначала составим акт. Дескать, разбили по неосторожности. А затем вещицу нам за наличный расчет. И вам выгодали. Вы что это, гражданин? Вы на что меня подбиваете? Если вы ревизор, вам должно быть стыдно. А если вы действительно, я сейчас милицию позову. Ну что вы затеяли? Пошли. Не понимаете шуток, молодежь. Шутник. Конечно, чернильница пустяк. При современной технике авторучек в этом сосуде необходимость отпала. Но стоять на столе руководителя должна. Яков Михайлович,
Поехали на Масол. Посмотрим на людей, так сказать, в натуральном виде. А? Вам же завтра ими руководить придется. Пожалуй, это вы верно заметили. Все тайные браки, как правило, совершаются либо глухой черной осенью, либо в суровую зимнюю пору. Но нам стихийные силы ни к чему. Вася и Зоя разрешили этот вопрос просто. Дорогие родители, вы как хотите, а на нашей стороне закон. Вася! Куда ты? Не будем скрывать, что тут не обошлось без влияния Марьи Антонны Корольковой. И это еще раз доказывает, что между поколениями не конфликты, а полное взаимопонимание. Зойка! Прошла мама. Не заметила. Пошли. Постой, а ты всю жизнь меня любить будешь? Ну, ты же знаешь, что я... А все вы тогда свадьбу говорите. Тогда подумай, время у тебя еще есть. А я не хочу думать. Я ж тебя люблю. А передумать я не собираюсь. Что это? Терпение, увидишь. Вася. Вот. Какая прелесть. Как мне нравится. Ты через 15 минут дама, а даме без сумки нельзя. Вот еще. Что? Раз. И... Два. Интересно. О. Пойдем. Пойдем. Мою возьмешь? Твою. Внимание, друзья! За лучшее исполнение Липси! Шоколадный набор! Опять двойка присуждается Анне Тимофеевне Соловьевой! Посмотрим! Пачка почтовой бумаги в оригинальной упаковке Петру Алексеевичу Ивашову! Или она пойдет? Музыка туш! И это руководитель, стыд и срам. Пригласите-ка ко мне товарищу Дальцову. Маруся. Кузьма Егорович, опять без очереди. Ну, пригласите. Освежайте. Кузьма Егорович! Товарищ Трепко! Товарищей много, и спутников много. Яков Михайлович вас хочет видеть. Что с ним заболел? Может, тепловой удар? Что с вами? Скажите, товарищ Дальцов, почему вы, проводя такое серьезное мероприятие, не посоветовались с теми, кому на сегодняшний день верена забота об этом коллективе советских людей? Постойте, постойте, что-то я ничего не понимаю. Кузьма Егорович, может, нам Катю Ягодкину позвать? У нее термометр и тройчатка. Я сам знаю, когда я болен и чем меня надо лечить.
Разговор не об этом. Я вас спрашиваю... Не надо было пиво с водкой мешать, а ну вас. Дерзка. А вот почему она себя неправильно ведет? От недостатка знаний, теории не обогащена. А откуда ее почерпнешь? Я давно желаю сочинить пособие о поведении руководящих и подчиненных лиц в нерабочие часы. Можно в форме вопросов-ответов. Не закусить ли нам? Шашлыки жарим. Тяпнем по рюмочку. Пожалуй, можно. Минуточку. Вот опять вопрос. Выпить и закусить. А можно ли на глазах у подчиненных? И сколько можно? В меру. А кто ее измерил? Кузьма Егорович, это же мне. Нет, нет, я раньше заказывал. Ох, и не любите вы в очереди стоять. Ах, кто любит. Горько. Что за дело? Кузьма Егорович! Кузьма Егорович! Беда, товарищ Трепков. Была проверка. Что взяли? Дели накладные. Колбасу тоже взяли. Черт, не мог дурак спрятать. Кокин со вчерашнего дня в милиции. Христофор знает. Не можем найти. Велосипед твой? Мой. На, держи. Маша. Подлецы, арестовали. Я захочу вас поштучно куплю. Маша! Сейчас. Вот. Была милиция. Сопротивлялся. Какая милиция? Пьет второй день. Труп. Фу! Ну, Жора. Жор, ну вставай. Вставай. Нехорошо. Извините, короткая справка. Только на этот забор латифундии Василия Васильевича Коромыслова ушло 3 вагона теса и вагон кругляка. Не понимаю. Василий Васильевич любит английское изречение «Мой дом, моя крепость». Но ведь ему нравится и евангельское «Не укради». Слушай, Коромыслов, открой. Что надо? Говори. В ларьках была ревизия. Кокина из милиции не выпускают, жене свидания не дают. Сегодня утром с двумя большими чемоданами срочно выехала жена Латышева. Что же это делается, Василий Васильевич? Ты что, Кузьма, за полного дурака меня принимаешь? При чем тут я? Сами шульничали, сами расхлебываете. А ты? Ты что, ангел? Лети отсюда! Лети! И меня к вашим пакостным делам не призывай! О, с какой завидной поспешностью команда Танапа покидает свое тонущее судно. И главное, вопреки славной морской традиции, капитанский мостик опустел первым. Посемки не довез 20 грамм. Нет, записывай. По колбасе 15. Байсная икра. 7 грамм. Верно. Латышева не видала? Ты тут себя не увидишь. Приступим к составлению акта. А где директор? Одну минуточку. Разрешите доложить? Прошу. Алексей Потапович сказали, что не придут. А вы объяснили, зачем он нужен? Со всеми, извиняюсь, деталями. Странно. Сказали, пойду непосредственно в милицию. Что вы шепчете? Говорите всем. В милиции, говорит, деловые люди. Они лучше поймут мою психику.
Пейте. Хороший напиток. Чай. Чаю действительно я давно не пил. Года два. Как с этой шайкой спутался. Хорошая вещь. Бальзам. Особенно прошу отметить мое чистосердечное признание. Учтем, учтем. Главный у нас стал быть Христофоров. Если б не я, эта акула б долго еще плавала. Вы так думаете? А как же? Между прочим, ваша компания давно у нас на крючке. На каком крючке? На золотом. Нашлась. Просьба у меня. Уважьте. Мать мою на суд не вызывайте. Это почему же? Гостила она у меня недавно. Ну, конечно, видела, что расход с приходом не сходится. Побыла у нас два дня и уехала опять к себе в колхоз. Рассердилась и руки не подала. А с порога сказала, о детях бы подумал. Что с ними станет, когда тебя дурака в холодной запрут? Ну что ты смотришь? Отца, наверное, дома нет. А мама у меня очень хорошая. Вась, будь с ней поласковее, а? Мамочка! Что с ним? Доченька, по-моему, пищевое отравление. Вот молоком отпаиваю. Подними-ка ему голову. Подержи. Пей, Жора. Пей, пей. Вася, врача! Не надо. Спасибо, доченька. Не надо, пройдет. Вот ты пришла, и мне уже полегче. Жгет все внутри, а мочи нет, как жгет. Ты лежи, пап, спокойно. А это кто, Вася, что ли? А я, Юрий Андреевич. Сядь поближе. Вот так, хорошо. Погорячился я, девочка моя. Маша, и ты иди сюда. Хорошо. Вся семья в сборе. Своя семья. Все родные. Не правда ли трогательный все-таки человек, Юрий Андреевич? Не надо, пап. О свадебном подарке, правда, да, вспомнить бы не мешало. Но что поделать, смятение чувств. Показали бы свидетельство. Какое? Ладно, будет притворяться. Значит, ты теперь Каблукова? Ну что ж, так тому видно и быть. Поздравляю. Живите, ребята, дружно. Вон мы с матерью сколько прожили. Славно прожили. Стыдиться нам нечего. Накрой на стол, Маша. По такому поводу не выпить незамолимый грех. Там у нас осталось чего-нибудь? Найдется. Зоенька, спрыгни в погреб, достань грибочков, огурчиков. Что ты, Маша? Ну, в такой день дочку гоняешь. В таком платье в погреб. Сама сходи. Папа, я осторожненько. Мам! Вась, пойдем. Вася, пиджак сними, пиджак. Наверное, отец позабыл закрыть. Мама всегда закрывает. Ты, Вась, постой здесь, а я спущусь. Давай. Смотри, как снег опустился. Попадет же папе, а? Уйди! Ну, хороша. А ты не трогай. Зоя! А что это такое? Не знаю. Это, наверное, когда снег набивали. О! Зойка! Видала? 1100, не меньше. Сказала. Одной пачки 100, а их там... Откуда у него столько? Ты что, думаешь, это его? А чьи же? Стой тут, я спущусь. Не ходи, не ходи, я боюсь. Слава богу, все устроилось. Но я же просил, не посылай.
Но что они там делают? Что делают? Известно, что целуются. Все, все до рубля отдадим, пусть разберутся. Положи, положи. Я тебе покажу. Что тут происходит, а? Может, вы наружу подниметесь? Здесь вам будет сподручней. Гражданин Христофоров, вы будете... Кузнецов, закрой калитку. Вы, товарищ лейтенант, в погреб спустились. Там кое-что для вас припасено. Спустимся, спустимся. Все посмотрим. Распоряжение имеем. Поднимайтесь. Пройдемте в помещение, граждане. Кузнецов, обеспечь понятых. Мамочка! Сколько пятирублевок? 10 тысяч. А мы ему на той неделе с кассы взаимопомощи 40 рублей. Еле-еле наскребли. Эх, вот так грубо и безжалостно разбиваются лучшие мечты. Ушли в бездну дом на берегу моря, и доходный цитрусовый сад, и голубая Волга. Все. Нет, так жить нельзя. Скорая помощь. У покойного были основания волноваться? Были, доктор, были. Одну минуточку. Ну вот и понедельник. Да-да, день тяжелый. День вступления в должность Якова Михайловича Каблукова и низвержение Анны Тимофеевны Соловьевой, день многих примечательных событий местного значения. Танап пошел ко дну. Но Кузьма Егорыч категорически не согласен с пословицей «один в поле не воин». Он верит в другую. Своя рубашка ближе к телу. Неужели сволочь не вложил? Оставайся. Тебе же хуже. А я думал, вы прямо к себе пройдете. Неудобно. Надо решение получить. Здравствуйте. Здравствуйте. Насижусь еще. Ну, знаете, вы сегодня выглядите на 5 с плюсом. Я бы сказал, вы гораздо представительнее Петра Михайловича. Гораздо. Кузьма Егорыч, я не люблю, когда по каждому пустяку треплют имя брата. Что это такое? Новое произведение, «Дары земли». Вы посмотрите, какой орнамент. Аванс. В счет нашей истинной трудовой дружбы. За кого вы меня принимаете, Кузьма Егорыч? За дурака? Что вы из меня культ личности делаете? Ну, так это же по-дружески. Какой я вам друг? И
Имейте в виду, я перебора не допущу. А что вы на меня кричите? Не хотите, не надо. Продажу пусть им с руками оторвут. Но кричать я вам на себя не разрешаю. Понимаете? Я разрешаю. Что за шум, Стрибков? А вам какое дело? Вам, собственно говоря, что тут нужно? Собственно говоря, вы мне не нужны. Но кое-кому вы необходимы. Яков Михайлович, я сейчас была в исполкоме, и меня ознакомили с проектом решения. Ну и что? Я знаю. Знаете? Странно. А чего ж тут странного, голубушка? Прошу вас, присаживайтесь. Благодарю вас. Секретарь исполкома просил передать, что выговор надо объявлять не вам, а Родионову. Какой выговор? Стрибков, куда вы? Подождите. Вы понимаете, Яков Михайлович, какая неприятность? В пионерские лагеря вместо стаканов заслали пивные кружки. Поняли? Пивные кружки с меркой 0,5. Но решили, что за это по меньшей мере нужен выговор. Хотели вам, но виноват оказался Родионов. Вот он перепутал. Что с вами, Яков Михайлович? Ничего, ничего, я сейчас. Зайдите ко мне. Слушаюсь, Анна Тимофеевна. Какие документы прикажете взять? Ничего не надо. А что это у вас за странный артикул? О, я не знал, что вы так дружны. У Якова Михайловича что, юбилей? Извиняюсь. Это, так сказать, маскировочный материал. С днем рождения вас, дорогая Анна Тимофеевна. Зайдите ко мне. Вас там ждут. Я предполагала, что вы жулик, но вы, оказывается, еще и дурак. Извините. Минуточку, Кузьма Егорович, не торопитесь. Вот так лучше. Не будем провожать Кузьму Егоровича? Не будем. Выйдем лучше на улицу. По своим, так сказать, будничным делам. Кто это там шагает? Удивительно знакомая спина. О, да это Василий Васильевич Коромыслов. К сожалению, в лицо увидеть так и не удалось. Осторожен. Ну что ж, наша история окончена. Думаем, что назвали мы ее только неправильно. Ведь понедельник никакой не тяжелый, а самый обыкновенный день.